В сегодняшнем выпуске Resident Evil 8 Village вы увидите, как я проявляю гостеприимство. Нет, так неприятно заходишь! Не заходи так неприятно в дом! Как я проявляю снисходительность. Ладно, кусь, сделай кусь. Ты же хочешь сделать кусь, поэтому сделай. Я добрый человек, разрешаю. И как я наконец понял, чего хотят от меня монстры? Убить! Он хочет меня убить! Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 8 Village. Но прежде чем мы приступим, ребят, появилась забавная идея. Если это видео соберет 40 тысяч лайков, то я следующий выпуск пробегу на с одним такой ножом. Не буду пользоваться больше ничем, кроме ножа. Ну, за исключением тех мест, где необходимо будет пострелять. Что скажете, играем или нет? Голосуйте лайком. Понеслась. Мы с вами остановились в комнате у герцога. Мы открыли уже те ворота, те двери, которые скрывали те ангелочки с лицами. И сейчас... Кто-то тут ходит за стенкой. Димитреску, это ты, наверное, да? Она хочет меня уничтожить просто. Так, нам сейчас прямо и налево. И просто выбегаем. Не сым. Только она здесь, правда? Ой, блин. Пусть подойдет, хоть посмотрим, как она себя будет вести. Нет, она даже не подходит сюда. Где она? А где она? Странно, она только что была здесь. Она просто исчезла, что ли? Ладно, пофигу. Мы с вами уже открыли эти двери, теперь выходим сюда. Новая локация. Новая часть замка, ранее невиданная. Такое ощущение, как будто я уже почти что прошел игру. Это именно из-за того, что мы очень быстро добрались до замка. Я думал, что мы будем еще долго-долго ходить по деревне самой. Смотрите. Могила. А чья это могила? Вот это да! Нет! Ты все испортил. Нет, не режь! Да что ж такое, все меня режет! Делай в ответ! Отлично! А это смертельно для нее, да? Это смертельно для нее! Нет! Нет! Нам придется вниз за ним прыгать. Банджи-джампинг! Ты умираешь. О! О! Мне кажется, это так будет связано с самой Амбреллой. Там же делали этих титанов. Так. О, мама! Плоть, кровь, я сожру тебя всего! О! Но при этом она не жрет меня всего, а просто берет в лапку. А, удар! Чем мне с ней сражаться? Я должен найти тот кинжал. Что это? Что это значит? Показать свой внутренний мир? Давай попробуем кинуть в него! Кушай! Я не докинул! Не смейся надо мной! Ну не докинул я! Я не знал, что... Черт, как обидно. Давай попробуем и сна... А! Ай, не пинай меня! Это тебе конец. Бери снайперку. Отлично, Итан. Не. Все, патроны. Да, я правильно взял снайперку. Именно это нужно будет. Так. Я знаю, некоторые из вас подбесились, что я играю с геймпада. У меня, во-первых, PS5 версия. Поэтому я с геймпада играю, понимаете? Тихо. Итан, тебе повезло. Попал. Короче, не договорил я, мысль моя такая. Мысль моя следующая. Я должен учиться играть с геймпада. Понимаете? Если я не буду играть, то как я буду учиться? И к тому же у меня PS5 версия игры. Соответственно, я только на геймпаде и могу играть. Все. А если вам не нравится, как я играю, то не смотрите, пойдите в жопу. Я буду играть как хочу. И как мне весело. А мне так весело. Не стыдно говорить про спасение своей дочери после того, как ты убил. Блин. Мои... боль. Я поймал. Беги, беги. Точнее, она поймала маслину, а я попал. Ха-ха-ха, палить.
Блин, неужели... Черт! Как мне отмахиваться от этих жуков? Никак! Или как-то можно? Вот так. Я думаю, это сработало. Оп! Нет! Тихо, тихо. Блин, очень трудно прицелиться. Она очень двигается. Так. Ну, я так понимаю, что мне надо чисто по ней бить. Вряд ли нужно стрелять в пасть этого чувака. Да, видите, я выстрелил. И ничего не произошло. Только по ней. Черт. Где ты? Да. О! Евгений неплохо стреляет. Да. Вот сейчас было... Отличный выстрел! Но она разозлилась. Здрасте. Несносный человечишка. Хорошо. Хорошо. Мне надо куда-то в определенное место было стрелять. Она не издала ни одного звука сейчас. Что здесь? У меня всего лишь 7 патронов осталось. Что? Она меня вытащила оттуда прямо. А, следующая фаза. Не могу. Почему они не делают боссов так, чтобы они прям жрали тебя своей огромной пастью? Почему они этого не делают? Она же говорит прямым текстом. И плоть нужна. Вот, я прям у нее под носом был. Прям перед пастью. Из этого какая-то фейковость ощущается всего этого. Так, ну хватит, хватит летать, у меня голова кружится. О-о-о! Когда? Я уже хочу умереть. Блин, я промахнулся. Вот тебе. Так. О, аккуратней. Да! Я убил ее! Нет, не убил. О боже мой. Она еще жива. Сама ты тварь. Это вообще мое оскорбление. Да я всех тварями называю. И мразотами. А еще я говорю... Что я говорю обычно в таких ситуациях? Ну и кто теперь тот дикий печ? Кристаллическая Димитреску. Фу. Не, здесь проклят. Мы победили. Теперь куда нам надо идти? Ну, только прямо, я так понимаю. Что это? Взять. Какая-то капсула, как будто с этим образцом вируса. Похоже, я смогу выбраться. Грязная колба, да, там по-любому мутаген этот находится. Мы на улице, наконец-то! Мне хочется по деревне побегать, мне очень понравилась та сцена, где на меня куча монстров решила напасть одновременно. Ну-ка, зайдем сюда. Что это, шестеренки? Это шестеренки. Здесь пусто. Я доделал вещи из этого заказа. А, из того заказа. Отнеси его в дом с красной трубой. Иди через пещеры, потом через развалины, а дальше по деревне. Окей, сейвка. Оказался очень легкий босс. На удивление. И, как всегда, очень громадный, огромный, устрашающий, а толку ноль. Стоп, значит, мы... через подземелье он сказал, да, надо идти. Погодите, я хочу вот здесь посмотреть. Вот здесь вот. Нужен какой-то предмет, я не знаю, что за предмет.
И, кстати, вы писали, что можно все-таки взять это серебряное кольцо, изучить и достать из него камешек. Но, кажется, вы нагнали мне. Тот, кто писал, нагнал. Как тебе не стыдно? Окей, здесь ничего уже нету, все, надо просто валить. Карта есть какая-то? Никакой карты нету. Интересно, где же я должен был найти этот краник? Эту рукоять, чтобы поднимать эти колодцы? Ну-ка, вот сюда. О, ну здесь был торец нужен. А у меня он был. И куда он делся? Я что, его выкинул, как только... Нет, я сам его лично не выкидывал, я помню. Так, давайте подумаем, что мы можем здесь сделать. Мы все осмотрели. Да, это да. Мы вышли отсюда. Может быть, надо просто пробить веревочку? Нет. Может быть, надо просто выстрелить? А-а-а, выстрелить, окей. Так, у нас, кстати, тут патроны есть. Все, надо позарядиться, чтобы быть полностью готовым. Есть. На, подземелье, не люблю. А, хотя оно вроде небольшое. Побежали. Эп! А, что это? Рыбка? Ныряем в эту воду. Надеюсь, не будет мне коцать. Не, не будет. Слышите? Мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Кто это? Да взойдет... Стоять! Жуткая... Вышибить дверь внезапно, да, чтобы обосралась. Это бабка! Жуткая луна! Все мы просим вас пролить свет. В жизни и в смерти славим мы Матерь Миранду. Эй, помните меня? Я чуть не погиб в том замке. Что здесь происходит? Можете мне объяснить? Неприятно смотрит. Погибнуть только чуть. Нам ответит лишь мудрец. Вы же все поняли. Я так и не нашел Розу. Где ее прячет Матерь Миранда? Опоздал. Ну или чуть опоздал. Дитя станет жертвою. Жизнь за жизнь. Что за средневековая херня? Она же младенец. Гербы четырех кровей откроют искомый путь. Может, хватит ваших загадок? Я просто хочу найти дочь. Но эта загадка лишь пока нет ответа. Это бабка капитан очевидность. Блин, вот если ей колено прострелить, она так же будет говорить? Эй! Эй, стойте! Да туда не надо идти! Оттуда она никуда не попадет. Открой, бабка. Да ты задолбала дверь закрывать за мной. Почему ты все время это делаешь? Она там никуда не пройдет. Я сейчас представляю, как она будет идти вот через этот маленький прудик с рыбками, намочит себе там все внизу. Потом она выйдет на улицу, и будет очень холодно. Потом она окажется там, где мост, и только вход в замок, где дохлая Димитреску лежит. Крылатый ключ! Окей, крылатый ключ у нас теперь есть. Здесь уже ничего мы больше не найдем. Тогда просто пошли. Просто идем. Ну ты понимаешь, здесь надо применить крылатый ключ, да? Ешь. Я надеюсь, мы сейчас выйдем из подземелья. Было бы здорово. Они меня не то чтобы пугают, подземелья меня скорее напрягают, знаете, вот. Вот это чувство клаустрофобное. О, я сейчас вспомнил. Последний раз, когда я дергал такой рычаг, мне руку отсекли. Я уже боюсь. Окей, вот это здесь чуваки сидящие. Что нам нужно здесь сделать? Это какая-то загадка будет? Так. Амбрелла! Это амбрелловский символ. Давайте грязную колбу туда поставим. Нет. Это забавно. Кстати, мы все не сбегали туда, где сокровища, позабыли.
За нами просто бегали эти твари. Окей, тут нужно будет что-то поставить сюда, да? Как-то нажать потом. А это что? Нет, ничего нельзя сделать. А, ну вот началась средневековая хрень. Трупы висящие. И... Так, в какую нам сторону идти? Давайте вот здесь тупичок. По-любому что-нибудь будет. Ништячок. Отлично. Патрончики. Сейчас опять какой-нибудь труп упадет, да? Прямо перед носом моим. Смотрите, человек! Ну, по крайней мере, он выглядит не так обезображенно, как вот эти мешки с дерьмом. Представляете, до такого состояния дойти психологического, что ты рад обычному трупу, не изуроданному. Смотрите! Какой-то гоблин там стоит. Реально, как Dark Souls. А, что он делает? Это что, обычные, да, это обычные люди. Были когда-то. Их закидали стрелами. Стоп! И вон чувак сидит. Погодите, это живой человек? В смысле, живой монстр? Да, это живой. Надо его снять. Ой. Ой. Этого я не ожидал. Нет, не зови своих! Куда ты бежишь? Лучше молот свой в руки возьми. Или ты и так со мной думаешь справишься? Или это тебе, не знаю, для поддержания баланса? На перевес в жопе, да? Все, просто побежали. Или нет, лучше пойдем, аккуратненько. Вы-то слабенький стал. Блин, а все-таки, может быть, можно подойти сзади и кровавое тихое убийство совершить? Нет, нельзя! Они тебя сразу палят! Иди сюда, опа, по булочке. Куда ты? Опа. Ты один здесь? На этом прекрасном причале. Я хотел с тобой пообщаться, завести с тобой дружбу. Понимаешь ли, но ты сдох. О, смотрите, мы можем упустить этот мост. Нет, не можем. Как раз таки вот эту вот штуку нужно будет найти сейчас, которая позволит нам опускать эти мосты. Вот это ничего нету. А вот здесь мы можем опуститься? А, нет, не можем. Ладно, попозже найдем эту чертовую штуку, эту рукоятку. Так, костер горит. Кто-то есть. Здесь есть. Блин, они сразу видят меня. Я хочу тихое убийство. Тихое. Это было очень громко и грязненько. Тут еще здесь есть? А что он тут хавал? Кирпичи, что ли? Поэтому и такие крепыши. Что это? Обломки металла. Это что-то новенькое, да? Что можно с ними сделать? Во-первых, мы можем сделать еще себе патрончики. Нет места. Тогда не будем делать себе патрончики. Опа! Что это? Кристальный череп. А здесь что? Сокровище! Погодите, крылатый ключ поможет здесь? Не подходит к замку. Отмычка. Нет? Погодите. У меня же была отмычка где-то. У меня их целых три, вот. Но это нельзя использовать здесь, к сожалению. Ладно. Я так понимаю, нам сюда? О, нет, катсцена, сейчас что-то будет. О, вороны сгущаются, да? Вороньи тучи сгущаются над этим городом. Над этой деревушкой, алтарь. Вот и вы. Так и знал, что вы здесь окажетесь. Все было напрасно.
Неужто? Необычно. Полагаю, что зачем они сделали такой переход по кадрам? Не уверен, что ценное, но... Но ваша дочка прямо у вас в руках. Чего? О чем вы? А вы приглядите. Они ее фар, что ли? Что? Это что, голова? Такое лицо он сделал. Типа, сорян, бывает. Это розмари! Голова! Не может быть. Вам не кажется, что в колбе ее голова? Нет. Нет. Роза! Что? Лучше молчите! Этого... Я бы пристрелил чувака. Я вам не верю. Душа вашей дочери цела. У нее уникальный дар. Но кто мог это сделать? Ее можно спасти. Спасти? Теперь? Вы рехнулись! В западной части деревни стоит дом с красной трубой. Найдите персону, которая там живет. А потом мы вернемся к нашей беседе. Хватит тянуть! Выкладывайте все сразу! Вы можете не верить. Но не думаю, что у вас есть... Ваш ход. Клиент, конечно, всегда прав. И все же... Если это вранье, я убью вас. Шутник, блядь. Окей, а теперь давай поторгуемся. Вам что-нибудь подсказать? Поторгуемся, что прошу тут у нас вас, есть. Изучите мои новые товары. У нас на самом деле не так много денег. Давайте продадим ему что-нибудь. Кристаллический череп, две штучки. Туловище и Димитреску за 25к! Отлично. Да, обменять. О, леди Димитреску. Красиво даже после смерти. Какая талия. Но... Так, припасы. Что есть у него, что есть у нас? Это что такое? Купи сегодня, живи до завтра. Схема патрона дробовика... Снайперские патроны. В смысле, схема, это значит, что мы сможем их создавать, да? Если сейчас купить. Давайте, хорошо, схема сделаем. Купим снайперки. Это что? Самодельные бомбы. Вот эта штука тоже очень нужна. Да, понимаю, почему вам это приглянулось. Ты знаешь, что мне надо. Это что? Большой магазин Леми. Спусковой крючок чувствительный, оптический прицел для винтовки, упор для щеки. Модуль для снайперской винтовки, ага, лучше дает возможность прицеливаться. Это что такое? Дополнительный груз увеличит количество ячеек. А, вот! Что я раньше это не видел. Один из самых популярных товаров. Я понимаю тебя прекрасно. Так, у нас осталось 15к. Мы можем что-то увеличить. Увеличивает скорострельность, снайперку можно, или для пистолета значительно увеличивает боезапас. А, давайте вот его. На что вы глав... Все, установили. Так, ну все, неплохо. Спасибо большое, приятно с тобой спасибо иметь дело. За покупку, сэр. Итак. А, мы сюда принесем... Все части нашей дочки, да? Что? Вот она ее забрала. А, мы видим ее память. О, черта. В какую сторону теперь нам? Мы можем пойти... О, мы можем вернуться в деревню. Железный ключ с отметкой. Мы можем открыть вот эту дверь. Но зачем, если можем вот так пройти и вот здесь это открыть, да, нам сюда даже не нужно. По сути, значит, пойдемте вот здесь просто откроем крылатый ключ. Не подходит, надо что-то другое. Вот это. А, нет.
Или вот этот. Не подходит. Должно быть вот с этой штукой дымный маленький монстр. Или макаронный монстр. Вот, крылатый ключ. Мы возвращаемся туда, на кладбище. Ага. Я могу просто вот так вот. А! Можно и не стрелять даже. Ну, здрасте, мы снова здесь. Прикольно, что мы возвращаемся обратно. Что? Заперто с другой стороны? Черт. А здесь же завал. Блин, да, мы даже сюда не придем. А здесь тоже закрыто все еще. Нам нужно дойти до дома с красной трубой. Я, кстати, его отсюда даже не вижу. Ищите дом с красной трубой. Как нам туда попасть? Кстати, вот здесь нужна отмычка будет. Давайте зайдем. Ты где, ты где, ты где? Вот. Благо тут никого нету. Мне не хочется ни с кем сражаться сейчас. Итак, патроны для дробовика. Окей. Рекомендую здесь... Нет, стоп, мы еще здесь не все изучили. Что-то тут осталось. Это мы читали. Блин, а по мне здесь все мы изучили уже. Окей, валим. Слышите? А, вот что открыто. Вот здесь было закрыто, да, по-моему, все это время? Да, сто пудов. Да, новенькая. Я услышал крик, доносившийся из дома с трубой. Хотел сходить и глянуть, что там, но дорога была завалена. Придется топать в обход. Кто бы мог подумать, что от дыры в конюшне когда-нибудь будет прок. Если я не вернусь к утру, иди в дом Луизы без меня. Отец. Все, я понял, в конюшне есть дыра. И еще одна отмычка. Угу. Неплохо нас затаривают сейчас. Давайте сделаем еще одни патроны для дробовика. У нас нет реагента. Плохо делаем. Короче, в конюшне есть дыра, а в дыре конюшня. Идем искать. Опа! Ух, я ж присел опять. Причем я не жму присесть, он сам это делает. Что такое? Деревянный зверь. Отлично. Фиг знает, для чего это нужно. Кто здесь? Кто здесь? Быстро говори. А тут? Так, обломки, фигня, в общем. И мы сейчас отсюда куда сможем попасть? Вот в этот дом. Давайте вот здесь надо отпереть. И сюда зайти. А, это, собственно, конюшня, да, походу? Ой, блин, ты здесь сидел? Ты что, спал? Или что-то другое делал на корточках сидя? Я тебя потревожил, вот тебе в колено. Все, спишь? Труп. Эти звуки такие. Вот мне нравится здесь в деревне находиться. Тут гораздо криповее, чем в этих замках гротескных. Гротескных. Правильно говорю? Ага, нам сюда. Чуть не понимаю, я уже был здесь. Да, я уже... Стоп, я уже был здесь. Вот. И все, вот в ту сторону будет дом с красной трубой. Но! Погодите, тут есть где отмычка применить. Ау! Ну запер, кто посмел? Какого...
Зачем они заперли? И когда я уже найду эту штуку? И мы не пройдем здесь. Они обрубили нам. Это наверняка можно сдвинуть. А. Можно сдвинуть, погодите. Ладно. Однажды. Однажды мы это обязательно сделаем. Но не сейчас. Сейчас мы идем сюда. Я так думаю, что вот эту рукоятку, которая поднимает механизм из колодца. О, блин. Скорее всего, мы найдем чуть позже. Это означает, что мы вернемся во все места в игре, где были эти колодцы. Посмотри в окно, мне страшно. Какое? Какое, блин, окно? Стоп. Загадка. Блин! Нет, так неприятно заходишь! Не заходи так неприятно в дом! Не заходи, пожалуйста! А, это отлично! Это самый лучший скример! Для меня, по крайней мере. Отсылки, отсылки к старым, с кошмаром, которые у меня в жизни были. Я там лет 9 мне было, я «Зловещие мертвецы» посмотрел впервые. А там только так... Монстры появлялись практически. Стоп. Это код. Это код. Только нам теперь понять надо. 07-04-08. Наверное, так. 07-04-08. Еп, бич. Как я взвизнул. Так, стоп. Это М19. Он гораздо лучше. А это что? Не говорите мне. Не говорите мне, что это рукоятка. Все. Так, я тут вижу, есть ворона. Ну, на всякий случай надо было ее прыгнуть. Вдруг. Блин, будь я разработчиком игр, я бы делал всякие такие маленькие штучки, которые, знаете, не особо влияют на сюжет, но при этом это прикольно. Ты такой раз сделал, и оказывается, это можно сделать. И что-то происходит. То есть награждать игрока надо за любопытство, за креативность. Почему я очень люблю игру «Принцип Талоса»? Посмотрите все мои прохождения, кто не смотрел, кто новенький на этом канале. «Принцип Талоса» — это потрясающая игра. Там, конечно, качество звука... Ой, блин, я пока зайду. Я просто расскажу. Качество звука чуть-чуть похуже, чем сейчас. И у меня не было тогда опыта хорошего записи. В общем, там даже я без хромакея. Но это очень крутая игра, где поощряется попытка выйти за пределы уровня. Поощряется вот эти вот все хакерские штучки. Их тут раз, два, три на крыше сидят, как вороны прям. Что если это они вороны? Так, сидите пока. Надо подумать. Скорее всего, домкратом нам нужно будет поднять... Петух? Смотрите! Петух! Что это значит? Мясо птицы. Я не знаю, для чего мне это нужно. Я туда не пойду, потому что надо будет очень большой обход делать в задницу. Мясо птицы в задницу. Ладно, нам придется, я так понимаю, разобраться с этими ребятами. Ну что, давайте по одному. Оп, оп, просыпайся. Что ты уснул там на посту? Вот тебе в грудак твой. Что-то мне это не нравится. Слишком как-то вы агрессивно. Я закрою. Опа, по одному входить. А, вас четверо! Ладно, разберусь, разберусь. Подсечка, опа. Оп, оп, нет. Ладно, кусь, сделай кусь. Ты же хочешь сделать кусь, поэтому сделай. Я добрый человек, разрешаю. И теперь ты умрешь, понимаешь? Это так все работает в жизни. Кусь не бесплатный, за кусь приходится платить кровью. Вот тебе в сиську, вот тебе в плечо. А это тебе пырнуть разок. Кто еще хочет сделать кусь? Я так и знал. Засали. Здесь нельзя открыть. И все-таки хотел мясо птицы получить. Пойдемте за мясом птицы. И тут по пути трупы лежат. Мне показалось, набугленный. Еще труп. Бедняжки. О, блин, какие птички классные летают. Ника, побежали сюда.
Давай мясо. О! Здрасте. Здрасте, петушки. Блин, я не знаю, он, видимо, хочет, чтобы я убил? Типа как? Должен зарезать петуха? Прости, приз получен, охотник. Мясо птицы взять. Я вошел во вкус! Ладно, оставлю живых. Ладно, все. Я, ну, как бы это бонус, игра сама захотела наградить меня этим. Так, я не хочу вот здесь тусить, потому что тут летают эти огромные, вон, те мразотные твари. Я хочу убежать отсюда побыстрее. О, блин, это человек настоящий. Тут какую-то жесть устроили. Ведь правильно, что тут больше некуда идти? О, можно только открыть... Вот это, вот эти ворота. Все, блин, походу мы по бонусам пошли. А, где у нас ты? Вот. Ну давай, игра, надеюсь, ты меня наградишь за это. А, кто издал звук? Кто, ты скажи. А, петух. Петух с курицей. Ну ладно, вас я не буду трогать. Не буду, все, честно. Опять? Я сюда что, за петухами охотиться пришел? Заперто с другой стороны. О, здрасте. Погоди, ну что такое? Вот. А, все, соблазн велик, конечно, но ладно. Я добрый человек, я не буду убивать. В целом, приз охотник получен. Возможно, нужно убить всех куриц, и ты получишь что-то там особенное. Возможно, мясо птицы в целом, оно на продажу. Что, скорее всего, так и есть. Стоп! А, там, да, дверь с другой стороны закрывающаяся. В целом, мы можем отсюда валить. Ну-ка, погодьте, а вот здесь что у нас? Мы можем это открыть? Какой вообще символ? А, это все еще эта тварь. Понятно. Смотрите, смотрите, оно мерцает. Почему она мерцает? Что-то упало. Обломок кристалл, я нашел секрет. Тогда я... Что? Тогда я, когда на лифте ехал, тоже увидел что-то похожее. Что-то блестело. Надо обращать на это внимание. Окей, трактор. Нам нужно домкрат заюзать. Рукоятка домкрата. Так. Так. Да. О, мне придется пролезть под ним. Ну, понеслась. Нет! Великан? Тише. Итан, тише. Она наверху. Оно ушло. Оно сейчас появится. Оно уже смотрит на меня откуда-то. А, слышите? Погодите. Вон? Просто сниму тебя и все. Оно выжило? В смысле? Или это его друг, наверное? А, я понял. Кто еще? Где еще? Так, дом с красным. Дом с красным. Это... Где? Пойдемте вот сюда, сходим в этот домик. По-быренькому. Тут где-то... Да, вот здесь можно будет отмычку применить. Кто там хрюкает? Хватит хрюкать. Вот. Блин, кто-то ходит тут. Что это? Yes! Патроны. Давайте сразу релоунимся. Блин, неприятно. Что это? Свин! Да че я так... Погодите, это тоже можно пристрелить. Ну хочу ли я? Блин, не хочу. У меня уже есть приз, охотник. Все, забить. Вот, теперь открыто. А зачем они закрывают? Кто закрывает-то вообще все это? А, значит, мы здесь все осмотрели.
Но не все вот здесь. Что-то тут есть. Что-то очень интересное. Что если мы... Да, детка. Вот, теперь все. О, ладно, это поисковая операция очень-очень-очень утомляет меня. Железный ключ с отметкой нам нужно вот сюда. Мы можем waypoint проложить? Не можем. Но мы можем как-то вот пройти здесь. Вот сюда. Окей. Пойдемте. Давайте посмотрим хоть на барашка. Ой, это свинка. Даже не барашка. Такой прикольный. Живи себе, живи на здоровье. Я не хочу убивать животных, нет. Один раз убил, хватит. Это неоправданная жестокость. Я даже не хочу их есть. Так, опять сейчас вы будете здесь. Вон они. Блин, как вас много. Может быть, я смогу и так? Давайте, ладно, попробуем просто убежать. Просто убежим. Так. Быстрей. Воу! Воу! Какая-то... Это сильная рука! Очень сильная! Не дать себя окружить! Заходим внутрь! Закрыть! Нельзя? А! Блин! Подох! 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 Да подох! Что это? Мадалина туловище. Ой, меня зажали, кажется. Сейчас. Убить! Он хочет меня убить! Я понял его мотив! Он просто мразота! Получай! Получай! Да дайте выйти мне! Нет! Зажали! Ничего, я сейчас пройду. Я сейчас пройду. Оп, я сказал пройду. А ты не верил. Так, релоуднись. Плиз. Так, смерть. Так. Так, отходим, 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 отходим. Смешно упал. Так. Да почему? Стреляй. Воу! Так, шестеренки. Какие-то материалы беру, сейчас я его грохну. Так. У меня от нервов сильно напрягаются большие пальцы. Из этого я плохо целюсь. Ладно, просто, может быть, вот так вот тебе больше будет понятно, что я тебя хочу. Я хочу, чтобы ты погиб. Промахнулся, мужик. Вот сейчас нет. Это было неплохо. О! Все, наконец-то! Снес его. Так, он оставил кристаллический череп. Продам. Я думаю, я еще смогу выдержать... Погодите. Еще смогу выдержать один удар. Блин. Офигеть, меня и зажали. Я думаю, если бы это был не нормал, а какой-нибудь чуть-чуть посложнее, я бы уже подох 10 раз. Так, что я набрал? У меня есть? Так, давайте сделаем еще один. И еще один. И даже мы можем сделать... Снайперскую можем сделать. Или вот это. Вот, прикольнее. 2, 3... И шотганские давайте. И вот эти. О. О. Прекрасно. Белиссимо. Что я сюда припер? Вот этот дом. Его надо осмотреть. А он с красной этой крышей? Не крышей, а трубой. Возможно. Дамы и господа, поскольку скрипичного мастера давно нет, я храню ключ от его дома у себя. Если он вам нужен, обращайтесь. С уважением, Осиф Симон, садовник Беневиенто. Ага, скрипичный мастер, понятно. Нам нужен ключ от этого... Садовник. Даже не знаю, вот... Железный ключ с отметкой, может быть, это вот здесь? Еще, кстати, мы сюда можем пройти. Короче, я понял. Лучше не собирать этих монстров в кучку. Вижу, убиваю. Таков мой теперь девиз. Вижу, сразу убиваю, даже без разбора.
О. Здесь только вот это или что-то еще поинтереснее? Колесо от колодца есть! Наконец-то! И наверх. Сейчас мы куда-то прям очень интересное место переходим. Во-первых, тут еще какие-то обломки металла мы нашли. И все? Это все, зачем мы здесь собрались с вами? Спрыгнуть тоже могу. Оу. Оу. Отлично. Это не его дом случайно? Где ключ находится? Так, что у нас тут? Большой кристалл. Найс. А, заперто с другой стороны. Ну, как обидно мне. Это, кстати, дом с красной крышей. Трубой. Тут лестница. Мы через трубу сейчас как Санта-Клаус влезем? Оу-хоу-хоу. Я хочу это попробовать. Скорее, скорее. Гоу-гоу-гоу. Так. А, нет, мы не в трубу, к сожалению. Но... Сюда! Пожалуйста, не убивайте. Убьют. Тихо. Тварь, что он там делает? Присели. По стелсу идем. Он один здесь? Он просто кушает. Прям в очечко получи. Не понравилось, я знаю. Мне бы тоже не понравилось. Воу-в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 оу! Сколько в тебя надо было выстрелить? Какой сильный. Так, принес в жертву матери Миранде две козы. 3 февраля принес шерсть матери Миранде. Она поручила мне найти лекарства и инструменты из списка за пару дней. Интересно, зачем? 8 февраля. Никаких новостей от матери Миранды, а животина все никак не умется. 9 февраля. Мне поручили отнести вещи к церкви в пещере на восходе. Там я увидел жуткое зрелище. Там стояли все 4 владык, а матерь Миранда держала в руках дитя. Она что-то прошептала и коснулась ребенка. Трудно подобрать слов, но дитя будто превратилось в белый кристалл. А потом... Потом она... Тут я не выдержал и спросил ее, зачем она это сделала. Матерь Миранда улыбнулась в ответ. «Это избранное дитя. Чтобы с ней не случилось, она вновь обретет свой первозданный облик». Она дала часть кристалла в колбе каждому из владык, и они разошлись. Я забыл поклониться матери Миранде перед уходом. Меня до сих пор колотит. Что она сделала? Что это за ребенок? Вот. Вот такие вот записки. Смотрите. Что? Изучить. Крылатый ключ — лишь одна из деталей. Нужны еще 3 части, чтобы вновь создать целое. Ага. Изучить. Окей, все, у нас есть одна деталь. Черт, надо идти к герцогу. Да. Все? Что-то еще должно быть здесь, по-любому. Тик, пусто. Он красный. Он красный. Все еще что-то есть. Что-то мы не нашли. Какой-то... А, вот ты где. Вот ты где штучка, которую можно открыть. Да заполучить желаемое. Тут еще. А, это просто закрыть. Все, он теперь синий. Ладно, давайте дойдем к герцогу, что ли. И потом все. На сегодня. Фух, значит, нам надо будет еще вот как-то сюда потом попасть. Где у нас колодцы? Вот здесь колодец. Колесо от колодца. Что-то важное? Деревянный зверь, голова. Мы должны собрать его по кусочкам. Слушайте, пойдемте еще туда-сюда. В этом колодце у нас находится ожерелье с 2 зазорами. Это типа сокровище, да? Да, это просто сокровище. Окей. А дальше что у нас? У нас еще есть колодец вот здесь. Но это надо через поле идти. А! А!
Я об этом пожалею, но я бегу сюда. К этому дурацкому колодцу. Свин! Быстрей, быстрей. Колесо. Давай, поднимайся. Поднимайся, я пока подожду здесь. Ты поднялась? Спасибо. Свин, как дела вообще? Не бойся, не бойся. Все будет в порядке, я тебя не трону. Окей, мы здесь сделали. И еще один колодец. Отмычка. Все колодцы, получается, я забрал. Все, которые здесь есть. Окей. Здорово, побежали тогда к герцогу. Герцог, я пришел. Как дела? Ну как, узнали что-нибудь? Зачем они делают вот эту вот склейку непонятную? Как все исправить. Не горячитесь. Используйте этот ключ и соберите колбы с розой. Где искать остальные? Их всего 4. Одна у вас. Еще 3 у других владык. Владык? Не знаете? Все они служат жестокой правительнице этого края. Матери Миранде. Одну из них вы встречали, леди Димитреску. Вторая живет в долине туманов, кукольница Донна Беневьенто. Не станьте новой игрушкой в ее сыром особняке. Окей, нас много чего ждет. Моро, гора уродливой плоти, живущая в водоеме за мель. Говорят, он не единственная тварь, что живет в тех водах. Ну и последний. Опаснейший из всех — Гейзенберг. Он на своей фабрике, на краю деревни. Что делает? Скажу так, у некоторых очень больное воображение. О-хо-хо, игра только начинается. Это все был только первый босс главный. Нам еще ходить и ходить здесь. А это что такое? Водяное колесо, коллекция маэстро, реликвия Луизы. Это всякие сокровища, которые мы с вами можем еще найти. Если вы намерены спасти дочь, заполучите все колбы. Потрудитесь взглянуть. Я отметил все места на карте. Спасибо большое, герцог. Ты хороший человек. Здесь в деревне есть сокровища. Думаю, каждая из них вам пригодится. Почему вы мне помогаете? Что вы, мы всегда заботимся о наших клиентах. Что ж, приходите еще. Интересно узнать вот этот секрет этого чувака. Что в нем такого? Потому что... Ему торговля в этом месте непонятно для чего нужна. У него есть свой личный мотив какой-то. Я знаю, я уверен в этом. И, возможно, это даже финальный босс. Я вот думаю, а в голове Итана не прозвучала такая мысль, что моя дочь, ее разобрали по частям, но она сможет собраться обратно. Это как бы ненормально по мне. Это ненормальный человек явно растет. Вот, я бы стреманулся где-то там внутри у себя. Собрал бы, конечно, но стреманулся бы. Я думаю, на этом мы с вами, друзья, закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Также все не забывайте про мои соцсети, ссылка будет в описании. Про мои плейлисты с другими прохождениями, ссылки будут в описании. И про все вот то, что вот здесь вот вы видите, все это тоже посмотрите. Огромное всем спасибо, с вами был Юджин. И всем пять!